В Хвалынске почтили память святых земляков преподобно-мученика Нифонта и мученика Александра. Торжественное богослужение в крестовоздвиженском храме возглавил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. В день памяти преподобно-мученика Нифонта и мученика Александра Хвалынских митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме города Хвалынска. За богослужением в этот день молились и причащались святых христовых тайн учащиеся Хвалынской православной классической гимназии во имя святого мученика Александра Медома. По окончании литургии владыка и сослужащие ему духовенство совершили молебен хвалынским святым, преподобному ученику Нифонту и мученику Александру Медому. По окончании богослужения митрополит Лонгин поздравил прихожан с праздником, напомнив наиболее яркие события из жизни мученика Александра. Затем юные гимназисты принесли торжественную присягу. Дорожить званием гимназиста. Да! От владыки Лонгина учащиеся получили в подарок книги Нового Завета.